Это четвертый день забоя. Ребята, привет! Что вы делаете? А это такой вот флешмоб, как Форт Боярд было. То, что кто последний забьет шляпку. Это мадагаскарские тараканы. О, побежал. Ой, упал. Отныне Володя участник нашей команды. Володя, скажи, что ты думаешь о неделе забоя? Шевели тусиками. Нормально все прошло, так там вообще замечательно, мне понравилось. Так что давайте там в Иерусалим, мне вообще там не нравится. Так что давайте, удачи. Спасибо, Володя, мы тебя не забудем. Что за фигурки вы делаете? Собачку сдаем. Держите. Спасибо, это мне. Суть акции состоит в том, что когда все приклеят жвачки, я сяду на нее в конце. Это исторический момент. Мы нашли Деда Мороза, человек, который был в костюме. Вернись, пожалуйста. Это четвертый день недели забоя. На улице светит солнышко, у нас тоже приятная атмосфера. О, господи, по нашему императору бегает Володя. И, по-моему, сейчас сожрет ему руку. Да, а по-моему, ему очень нравится на этой руке. Если вы млеете от морепродуктов... Мы подарим вам билетик в настоящую японскую кухню. Сегодня в корпусе экономического факультета состоялся мастер-класс по суши. Мы готовим, мы едим суши! Мы едим лапшу! Мы едим лапшу! Почему лапша? Нормально. Это обычное дело в нашем факультете. Ваша профорка издевается над вами. Нет. Вы никогда не задумывались, почему в выпусках ЮТВ так много матфак? Мы знаем ответ на этот вопрос. Это был четвертый день недели забоя. С вами была команда Хрюнь-Манюнь. Спасибо всем. Особенно Володе. Володя? Я так ждала тебя, Володя. По-моему, он правда обгладывает его руку, господи. Как настроение? Замечательно.